поддержать израильскую военную базу Афни Хефес. Иногда бывают блокпосты. Буквально означает дом с факелом. Это должно быть либо какое-то укрепление, которое в свое время служило маяком. Маяком не для кораблей, а маяком для каравана. Потому что через эти ущелья проходил шелковый путь, его часть. Первый въезд в Себастьян. Не знаю, правда, будет видно или нет. Ведь ворота видно с другой стороны горы, видно. Ворота эллинистического периода с двумя круглыми башнями. Справа сзади. Это, наверное, самый живописный въезд в город. Потому что после того, как проезжаешь эти ворота, идет улица Кардумая. Колонны, колонны и рынки. Слева отсюда находится крупная развязка Манских железных дорог. Стоит сюда будет сходить еще раз. Правда, евреи поставили здесь блокпост. Не думаю, что они вам это пускают.
красивейшая дорога Сарбантин-Горна. Раз снимал дроном, но некачественно снимал, я не знал, что он такой длинный, такой извилистый. Но все равно это было видно. А видео до сих пор не склеил. Еще один еврейский блокпост. И все.